Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сегодня я вам хочу рассказать о пряже Пехорка, производитель Пехорский текстиль. Состав пряжи 50% мериносовая шерсть и 50% высокообъемный акрил. Состав отличный, дает нам и тепло, и мягкость, и нежность. Эту пряжу можно приобрести ВКонтакте в группе «Вязание вязники». Продается она либо на бобинах массой от 0,8 до 1,3 кг, либо по необходимому количеству можно отмотать и приобрести вот такими вот матушками. Из этой пряжи мы вязали марафон «Белая овечка», поэтому после того, как я провязала вот это полотно, могу сказать, какое впечатление она производит. Мне очень понравилось. Платье мы вязали в две нити, в два сложения и резинка 1х1. Машина даже не чувствует эту пряжу, то есть она провязывает так легко и свободно, как будто бы вообще в нитеводе нити нет, как будто бы идет пустая машинка. Очень нравится, очень приятно именно за счет того, что это высокообъемная нить. Мягкая, нежная и в то же время такое упругое полотно говорит о качестве, то есть нить качественная. После этого я провязала такой образец в одно сложение, в одну нитку. И могу сказать, что постирав ее горячей водой, отпарив парогенератором и выжав полотенце, очень неаккуратно, специально, чтобы заставить пряжу деформироваться, я могу сказать, что деформации не произошло. Какого размера этот образец был до влажно-тепловой обработки, таким он остался. То есть после стирки и отпаривания полотно сохраняет свой размер. Она такая же пушистая, такая же нежная и воздушная, как и была. То есть влажно-тепловая обработка на качество полотна не влияет никак. Девочки, которые у нас бывают часто на сайте, тоже прислали свое ощущение от этой пряжи, кто вязал. Говорят, что она очень долго сохраняет свои свойства, не колтушится, не деформируется и радует хозяек изделий своим качеством долгое-долгое время. Это говорит, опять же, о хорошем качестве пряжи. Прежде чем хочу добавить, что не тянет. Бывают пряжи, которые при вязании косят. Эта пряжа абсолютно ровная, гладкая. Сейчас я вам покажу, как эта пряжа ведет себя на машине, как она провязывается. Но уже понятно, что, как любая смесовая нить, мягкая, нежная, эластичная и объемная, она машинам нравится. И в две, и в два сложения, и в одно сложение ведет себя просто отлично. Машина провязывает пряжу с удовольствием. Сильверит 840, плотность 5. В одну нитку, смотрите, я двигаю каретку, я практически не ощущаю провязывания ряда. По ощущениям, как будто бы я двигаю каретку по пустой машине. То есть машине эта пряжа очень нравится. Вяжется легко, не косит. Прямое, абсолютно гладкое полотно, без единого недостатка. Все ровно, гладко. Нравится и машинке, нравится и мне. Мнение о пряже у меня сложилось самое положительное. Рекомендую ее всем, кто хочет иметь такую не только нежную, но и красивого цвета полотно. Обращайтесь в группу «Вязание вязники», приобретайте пряжу и радуйте себя и своих близких высококачественными изделиями из нее. Если этот отзыв был вам полезен, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, подписывайтесь в нашу группу, чтобы быть в курсе всех обновлений, обязательно приходите на вязальные посиделки по вторникам и четвергам. А также ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.